Walter Presents. Оттенки греха. Не всегда в убийствах все просто и ясно. Один адвокат. Вам есть что сказать? Нет, должен их защитить. Мы считаем, что вы убили его в канун Рождества в 1997 году. Мой клиент – пожилой человек, который проводит свою старость в окружении семьи. Его работа – освободить их. Если молчать, то вину никогда не докажет. «Оттенки греха» – основано на реальных историях преступлений. Смотрите только на платформе «Старт».